Baras. Vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Aš esu Irbenės kosminių tyrimų centre. Šiandiena šalto karo metu buvo naudojama karo tikslais. Gerai, lipam į antenos viršų. Sveiki, laida Praeities žvalgas. Aš esu Šarūnas Jasiukevičius. Šiandieną esu Latvijoje ir jums parodysiu ir papasakosiu apie dar vieną slaptą buvusį karinį objektą. Tačiau manęs prašė neišduoti šio objekto vietos, todėl aš filmuoju tamsoje, filmuoju, pradedu jau pastato viduje ir pasistengsiu niekaip neišduoti šio objekto vietos, nes kitaip čia gali suplūsti daugybės smalsuolių. Objektas yra saugomas, jis yra veikiančios įmonės viduje, aš esu tos įmonės Rusija požemėje, virš manęs yra įmonė. Aš susitiksiu su vienu tyrinėtoju, kuris man netrukus padės papasakoti apie šį objektą. Kaip įrimas, tai tokius objektus patekimas yra pro hermetinės duris, kurios turi užspaudžiamas spinas viršuje ir apačioje. Patekus į vidų, iš karto koridoriuje pasitinka dėžutė, kurioje sukabinti raktai nuo visų patalpų. Reikš tiesų, tai yra keistas objektas. Labai, aš anksčiau tokiame niekada nesu buvęs, todėl man sunku kažką apie jį pasakyti iš anksto. Visas objektas yra apsemtas, aš esu vandenyje, štai pažiūrėkit. Čia visur yra vanduo. Objektas yra užrakintas, ką vandu rūspynos yra įjungta signalizacija, jį patekti tikrai labai sudėtinga. Mano pašnekovas, kuris mums šiandien papasakos apie šį objektą, yra Roberts. Roberts yra tyrinėtojas iš Latvijos, jis apie šį objektą daugiau žino. Здравствуйте, дорогие зрители. Значит, мы с моим коллегой Шарунасом из Литвы находимся в бомбоубежище времен Cold War, ибо, как вы знаете, холодной войны. Убежище бывает двух типов, значит, встроенное или свободно стоящее. Мы находимся в встроенном бомбоубежище под зданием, недалеко от города Риги. Убежище было построено в конце 80-х годов, конкретнее 1978 году. Общая площадь составляет примерно 600 метров. Основное предназначение было как резервный пункт связи, связан с флотом, и как бы во время войны, во время угрозы мог быть использоваться как убежище для людей до количества примерно 125 человек. Так что мы пойдем дальше, будем смотреть, что мы имеем. Знаешь, это сколько лет он уже без людей закрыт? Ну, я полагаю, что вот как советская армия ушла из Латвии, так его и бросили. Как уже Шарунас говорил, мы находимся под зданием, на улице глубокая ночь, здание под сигнализацией, наверху, неподалеку тоже сидит охрана, но мы нашли способ, как сюда проникнуть. В принципе, все заброшено, в подвале не происходило ничего, ну так, судя по всему, лет 20 как минимум, все затоплено и все очень в плохом состоянии. Ну, я видел, еще на крыше есть антенна, так здесь аппаратура еще... И здесь в некоторых помещениях, я вижу, есть свет. Это... Да, то есть, как бы относительно, если сравнить с другими объектами, с другими бомбоубежищами, состояние лучше. Кое-где осталось еще электричество, осталась кое-какая аппаратура. Сохранились две вентиляционные камеры с фильтрами. Как ни странно, обычно в таких местах бывает... Обычно дизельный генератор, но здесь мы его не обнаружили, и судя по паспорту объекта, его здесь и не было. И насчет того, что вот Шарунас говорил про антенну, это как бы я уже говорил, бункер связи был, и антенна так до сих пор на крыше снаружи осталась и видна. Пирмас камбарис, патенками иду до первого камбаря, и че парень так еще попилдома. Фильтро вентиляцию система, это дополнительная, это че, как я понимаю, уже резервная.
Роберт, это резервная, да? Это резервная, она поменьше. Мы когда пойдем дальше, мы увидим основную, которая побольше, основная. Это была резервная. Что, кстати, тоже не в многих бомбоубежищах, их бывает две, а здесь они две все-таки, да, поскольку площадь большая, как я уже говорил, около 600 квадратных метров. Вы чуть-чуть на квадратные на будет идет. Тоже кумеру рекомендую две вентиляции системы. В принципе, на всех помещениях, ну не на всех, вот здесь как раз нету, да, мы видим, сохранились надписи, что тут находилось, и поскольку, как я уже говорил, бункер и связи был связан с портом. В очень многих помещениях находятся именно на морские карты. Ну вот что далее мы пойдем, мы и увидим. А почему карта закрыта? Трудно сказать, потому что вот это единственная карта, много в этом бункере, но вот именно это покрыто бумагой, где трудно ответить, либо это с тех времен. Ну, скорее всего, какой-то защиты, либо тут под этой бумагой находилась какая-то, может быть, секретная информация, которая имела доступ, может быть, только некоторые работники как бы этой связи, и поэтому вот она выглядит в такой бумаге. Чтобы сразу не было видно, что на карте должен быть. Просто установки мирового океана. Все просто спирги. После выключения китов, когда до Юнос, мальтер своего посадного вандерина. Ну, вот и тут мы, соответственно, приходим к тому, что я говорил, довольно-таки, и не довольно-таки, но, думаю, очень уникальный материал, силы и средства иностранных государств, то есть, как вы видите, морские силы, подводные лодки, корабли, самолеты и детальное описание, технические описания, значит, начиная от кораблей, и вот то, что вы можете видеть, датчики, тактические торпеды США, Великобритания, Франция, ФРГ, Швеция. А что это за таблицы? Это какие есть торпеды? А, калибр, длина, вес, максимальная дальность. Ого, через урасчитывалось весу ту лайку užsienio valstybių ginkluotų pajėgų priemonės ir surištos, pavyzdžiui, torpedą. Kokias naudoja torpedas amerikiečiai? Ir parašytam torpedą MK-15, jos kalibras 533 mm, svoris 1415 kg, maksimalus atstumas, kokiu gali plaukti 5,5 km, greitis 9,1 mazgo ir maksimalus gylis 18 Это метры? Максимальная глубина входа, да. Это метры, сколько торпеда, то есть под водой могло находиться и ну, отправляться как бы на цель, это глубина 18 метров. Это самая маленькая торпеда, пати мажайся торпеда, которая гали плавать 18 метров гилья. Зачем мы стурим торпеду, которая, например, МК-48 торпеда, которая гали плавать 750 метров гилья. И ее свойс 38 километров. Ого, эта торпеда может идти 38 километров на глубине 750 метров. Да. Нифига себе. То есть вот такая данная таблица, которая уже, как вы видите, покрывается толстым слоем уже гнили, да, содержит уникальную информацию, уникальную историю. В принципе, это единственное место, где я встречал вот именно такого вида. Очень много плакатов бывает по поводу цивильной, гражданской обороны, по поводу всяких милитарных приборов СССР, скажем, ну, стандартная информация, но это все-таки разведывательная информация, которая в то время являлась секретной, недоступной, так что, так что действительно уникальные вещи мы здесь можем посмотреть. Что еще? Я вижу, есть карта Атлантики. Северный бассейн, баланс лота и число дна. Мы стурим джули по самому жемелоке, и в шале и ради аренда сурашиты жемелоки, с кем было жимимас. Жвейбос лаевас, и че я уйра, коринё юру лаевино, лаевар крейсерис, лектурнешис, ракетинис, минименкас. А че, весиру стартини жемелоки, и че я уйра жемелопис, kuriame būdavo parodoma ir užtedama žymė, kur koks laivas yra. Patalpa, kurioje yra šviesa.
Čia yra lentelė jūrų karinių jūrų laivyno NATO bloko, kokie kariniai laivai buvo Baltijos jūroje tuo metu. Video studija Media Lab. Aras – vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Они тут рисовали свои советские корабли или... Тут они, я предполагаю, что не советские рисовали, именно там тут было, как бы указано, место расположения именно вражеских сил. И я не думаю, что рисовали, поскольку я находил информацию в интернете, как вы видите, на легенде были использованы как бы такие деревянные модельчики, расставлялись соответственно. Прикреплялись карты, чтобы это отразить. А, это магнитная карта? Да. Да, это, скорее всего, да. Это металл. Чулиска сирета стоит, территориоски посетились. Джемиалос, Бальбюсюр, бассейн Азира, Мантова, Ленина. Сейчас место спит. О, это интересное место. Да. Что это такое? Вот, значит, мы заходим в помещение, как вы видите, стены покрыты вот такого рода как бы продырявленным материалом. И, может быть, я не знаю, вы слышите или нет, то, что я говорю, камера, и изменился немного звук. Да, здесь нет эха вообще. Нет эха, да. Такие, значит, помещения использовались, где сидели люди, находилась аппаратура, которые принимали как бы сообщения, и именно чтобы это не подвергалось подслушке, и, скажем, если шли какие-то аудиозаписи, чтобы звук именно попадал в микрофон, не было эха, не было никаких помех. Да, но я вижу идеи, так как психиатрической лечебницы. Да, покрыто тоже материалом, звукоизоляцией. А что это гуляется? Ну, это как бы аналог того времени факсового аппарата. Это телеграф. Ну, это телеграф, по большому счету, да, вот как вы видите, клавиатура. Mm-hmm. Как у пишущей машинки здесь находился тоже уже весь гнилой, находился рулон с бумажной лентой. Потом покурю я и рашнесу. Ну да, вот это помещение, где светло горит электричество. А это что для работающего, знаете, так? Узнаешь? В принципе, все это оборудование связи. Вот очень много помещений, которые здесь находятся. Вот. Это пульт? Ну, это, в принципе, пульт внутренней связи. Да, здесь вот кронштейн, крепится микрофон. Соответственно, и тут как бы уже как бы коммутатор, и я не сильно технический специалист, не могу именно сказать название этого устройства, но чтобы, судя по обозначениям и судя по своему виду, чтобы связаться уже не внутри бункера, а чтобы связываться уже из... То есть, ну... Это какое-то самодельное, вы видели, как не помнишь? Ну, это с руки написано, да. Далее у нас потолок, у нее есть электрогрупповой по связи, это еще посос. То есть мы зашли в одно из самых интересных и хорошо сохранимых помещений. Далее пойдем немножко вперед, увидите, находилась телефонная централь. О, это большая телефонная станция. Это большая телефонная станция, стандартная, да, с контактами. Ну и вот как бы рабочее место тоже с телефонным аппаратом. Это диспетчерское место? Да, да, скорее всего. О! Лампа горит, да. Да. Лампа горит. Тоже, когда я здесь был первый раз, это для меня было большое удивление, что я включил, это загорелось. Да, это микрофон. Да. Это настольный микрофон. Да, оригинальная бутылка из-под водки в тех времен, как мы знаем, тогда водка наливалась тоже и как бы пол-литровые пивные бутылки, так что это полный оригинал с того времени. А это что такое? Это то, что вот я говорил, да, кронштейн, и здесь вот одно из редких мест, где сохранился тоже вот микрофон, стоит на своем месте. А это что такое? Это вот написано телеграфно-телефонная централь, то есть некая аппаратура, регулировка микрофона, регулировка громкости воспроизводителя, то есть... Это все работает? Это посмотрим, вот как мы видим, провод идет, и поскольку видим, что электричество есть, мы можем
попытаться очень осторожно это как бы включить. Да, и видим, вот лампочка загорелась. То есть в неком рабочем состоянии это находится. Я не думаю, что это способно как бы выполнять свои основные функции, ну, поскольку уже. Давай попробуем связаться с каким-нибудь кораблем в море. Да. И скажем ему. Алло. Мои дети, да, когда видят вот данный предмет, данное колесо, да, они не знают, потому что в те времена мы не нажимали кнопки, да, мы просто набивали номер, крутя вот такой вот диск, который издавал такой вот характерный звук. Также на улицах находились телефонные автоматы с такими дисками. Да, это, в принципе, каждый стандартный. Это советский смартфон, это еще есть, да. Какие-то дополнительные функции. Да, это можно игрушку, наверное, включить, тетрис какой-нибудь. А это тоже какая-то связь? Это связь, скорее всего, тоже... Это пульт дистанционный. Дистанционный пульт чего-то, да. А вот инструкция на столе, посмотрим, что это такое. Опорный генератор. Грацин. Генератор. Значит, это не генератор. Стоп-стопный телеграфный аппарат. Это телеграфный аппарат? Это... Да, вот то, что мы видели, то, что на полу стояло, да, то, что я говорил, и то, что было в одном помещении в открытом виде, находилось вот этот. Это инструкция, это да? Это инструкция, да, довольно-таки толстая, на 200 листов. И назывался он STM-67. Причина здесь потолком, если не помнишь, еще учился. Еще одно помещение. Групповой постмортем. Групповой постмортем. Да, и вот еще один плакат, то, что мы смотрели, там предыдущие помещения были подводные лодки и самолеты. Здесь, значит, соответственно, что-то похожее, ВМС, то есть силы НАТО, зоны Балтийского моря. И, как мы видим, уже плесенью все покрылось, и как бы даже голыми руками открывать не хочется. Но уже, да, покажу, вот видите, какой слой. То есть, в принципе, можно взять кисточку, да, осторожно все почистить и как бы видеть уже эти фотографии и почитать информацию. Военно-морские силы НАТО, ТЧР Ленделя, Юрий Лайвино, НАТО блоко, какие коренные лывы было в Балтийской силе в том году. И все судето в левой модруку с поводинимой и опрашивали. Кокios ракетos, kokios торпедos и kokia артиллерия. Виска сурашить. Неко шо. И Ленделя на смысле мы дарим начинелось с Балтийской силы и лев Балтийской силы ситуацию с жемелопис. Здесь что это? Групповой производственный. Это склад. Ну, в принципе, да. Более-менее. Что еще здесь у нас есть? Некие приборы, значит, колонка. Это стандартная колонка для воспроизведения звука. А это вот полевые телефоны. Это которые, вот скажем, два телефона, они могли быть соединены. Питаться либо от 220, с переходником, да, электричества, либо от батареек, соединяться между собой проводами, и примерная максимальная дальность работы достигала 25 километров, то есть можно было здесь отогнуть такую ручку, но это уже не крутится. У тебя дальше, да, другой телефон зазвонил. Мало, здесь уже тоже видим, что не присутствует трубка, которую ты поднимаешь, и можно было говорить, либо вот тоже код Морзе можно было. Сигнал передавать. Через чередный гонимый способ. Да, и приходим довольно так и уникальному месту. Впервые я туда был и зашел, увидел эту карту. Такие сами по себе как бы карты не редкость в таких местах, да, со встроенными диодами, встроенными лампочками, да, но я когда нажал на включатель, я был очень-очень удивлен, что это работает. А что это намечено? Я пытался, я это перефотографировал,
пытался как бы изучить, почему отмечены вот именно эти точки. В каждой точке рядом имеется сокращенная запись, да, на русском языке, в кириллице. Но, судя по, скажем, размещению этих точек, да, первая мысль была, как бы, может быть, это какие-нибудь тоже бункера ГО, скажем, да, но не имеет, как бы, логические основания этого, потому что некоторые пункты, как вы видите, находятся в море, да, здесь. Также я пытался разобраться в этих сокращениях, тоже спрашивал коллег, который занимается исследованием истории, но пока мы не пришли к общей, как бы, мнению именно, что здесь отмечено, так что предстоит нам еще работа, понять, что это и какое имело значение. Это уже плакаты, вот видите стандартную эмблему Советского Союза гражданской обороны. Это стандартная эмблема, также имелись такие же нашивки, такого же вида, но только, соответственно, поменьше. Соответственно, все плакаты, оружие массового поражения, все, что относилось к оружию массового поражения, все, что относилось к убежищам, все, что относилось к первой помощи, медицине, эвакуации. Ну, это как бы такие стандартные вещи гражданской обороны, которые не только здесь встречаются, но довольно-таки распространены. Но эти вещи это не гражданская оборона. Это относится к пункту связи, то, что мы говорили, и, видимо, кто-то, предполагаю, может, хозяин собрал как бы в одно положение, в одно помещение, чтобы. Taigi viskas. Manau, kad mes šį objektą apžiūrėjom pilnai, kaip ir pats sakė Roberts. Laidą baigiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų. Viso gero. Visų dėlį. Pakar. Šiandieną jums parodysiu, kas tai yra pati pavojingiausia vieta Lietuvoje. Šioje vietoje vengia apsilankyti net išminuotojai. Laidos vedėja, apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams.